Во сне обладала огромной физической силой, защищала мужа от врага, отлупила врага весьма серьезно. Молодцы. Когда во сне вы чувствуете физическую силу, это в реальности синхронизировано с вашим потенциалом энергии и возможности, которые вы можете реализовать для того, чтобы решить свою ситуацию. То есть, если вы чувствуете во сне, что вы сильны, это значит, что какая-то ситуация может быть сложная, может быть очень сложная, она вам по плечу, вы можете решить ее в свою пользу. И решите. И вот то, что вы врага как там отлупили, да, побили, это значит, что у мужа точно так же в реальности есть люди, которые для него враги, а вы сможете его каким-то образом защитить от них. Это может проявляться через разное действие. Это не значит, что вы пойдете точно так же их там побьете или физически угрожать будете. Вы можете просто предпринять какие-то действия, они для вас легко это будет, чтобы его защитить от кого-то. Вы можете, допустим, быть юристом, да, или там адвокатом, или обратиться к кому-то, у вас друзья есть, да, или просто правильно поступить, такую шахматную партию сделать, но вам легко это дастся, вы сможете с легкостью его от кого-то там защитить.